Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Land Rover Discovery 3 2005 года выпуска. Объем двигателя 2.7 турбодизель. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. 24 килограмма. Второй цилиндр. 24 килограмма. Третий цилиндр. 24 килограмма. Четвертый цилиндр. 24 килограмма. Пятый цилиндр. 24 килограмма. Шестой цилиндр. 25 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.